Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч Лиги. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Старый добрый 5-3-2. Кстати, в свое время эта расстановка принесла сборной Германии золото на чемпионате мира. Пример схемы 3-5-2. В этом случае игроки центра поля могут выполнять самые разные функции. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч Лиги. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Старый добрый 5-3-2. Кстати, в свое время эта расстановка принесла сборной Германии золото на чемпионате мира. Пример схемы 3-5-2. В этом случае игроки центра поля могут выполнять самые разные функции. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч Лиги. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Старый добрый 5-3-2. Кстати, в свое время эта расстановка принесла сборной Германии золото на чемпионате мира. Пример схемы 3-5-2. В этом случае игроки центра поля могут выполнять самые разные функции. Вильям Карваль. Серхио Леон. Мяч будет введен из-за боковой.